Всем привет! Это небольшой лайфхак от Никиты. Если у вас долго было открыто окно, и комната вся промерзла, и пол очень ледяной, просто невозможно ходить, то можно... То можно тереть его ногами. Вот, повторяем за мной. Трём, трём, трём. Если же вам нужно срочно нагреть пол, к вам придут гости или еще кто-нибудь, то можно делать это быстрее вот так, чтобы вперед идти. Через 5 минут пол будет теплым, как было раньше.